Всем привет! Начинаем новый влог. Едем в Коломну. Маршрут построен. Нарушаем все, что можно, короче. Поднимаемся на эту гору. Я заснял! С другой стороны. О, контент подъехал. Что Сашка не сделает ради контента? Итак, второй пункт назначения должен был быть гигантский экскаватор, но его разобрали. Поэтому мы прошли огромнейший путь, просто посмотреть на поле, где он стоял. Пойдемте посмотрим вместе. Вот. Да, экскаватор-гигант не дождался нас немножко. И что, как вы думаете, где он был? Пришли мы. Ох. Где-то вот здесь должен быть большой экскаватор. Я вставлю вам картинку, как он должен выглядеть. Вот. Жалко, конечно, что мы его не увидели. Но ничего. Все, что не делается, все к лучшему, зато погуляли на природе. Подышали свежим воздухом. Сейчас поедем в Коломну.
мы приехали в Коломну. Сейчас мы будем искать, где нам пообедать. Мы пошли на поиски. Да? Yes. Коломенские сувениры, сбитень, медовуха и пастила. Коломны заботятся об экологии. Здравствуйте. И это всего лишь туалет в краеведческом музее Коломенском. Красота.
с последними событиями, а именно вот этими. Мы идем в спортмастер. Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Люди уже заждались. Как правильно развести мужа на кроссовке? Инструкция от Петрова Александра. Находите силу. Учитесь. До такого состояния доводить свои кроссовочки. И все готово. Новые у вас в кармане. Сходили, называется. Солнышко спряталось. Идут тучи. У нас уже следующий день, а мы пришли готовить завтрак. Ну все, мы собираемся, выезжаем. Спасибо очень классному отелю. Ссылку оставлю в описании. Иди там QR-код на Инстаграме. Да. Прикольно. Можете остановить. Ну все, до свидания. Всего доброго. Ну что, едем в Коломну. Ура! Free.
все эти миниатюры побывали в космосе. Очень маленькие. А у нас тут чаепитие. Вот этот чай, любимый купчихами нашими. Марья Ивановна просит все время такого чая и отсыпать. Вот такой чудесный мастер-класс. Мы будем также через поколение отделения. Можно, конечно. Вы голодаете, слушайте. Ой, ну мне очень понравилось. До сих пор ездит, да? 1840 года. Итак, на фоне Кремля хочу сказать большое спасибо Коломне и всем окрестностям.
Вот. Мы уже собираемся уезжать из Коломны, так что увидимся с вами в следующем видео. Сейчас обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии, как вам это видео, понравилось или нет. Это очень важно для меня. Спасибо всем за просмотр, всем пока-пока!